Чувашия, как и по всей стране, официально стартовал новый учебный год. В День знаний в республике за партой впервые сели больше 16,5 тысяч школьников. Для первоклассников, а также для учеников 11 классов линейки прошли в торжественном формате. О том, как встречали 1 сентября сегодня в Чебоксарах, расскажем в нашем сюжете. Белые банты, много цветов, слезы радости и волнения. Таким запомнится 1 сентября теперь уже ученикам столичной гимназии номер 5. В этом году торжественная линейка для тех, кто идет в первый класс, прошла в традиционном формате. Ребята с нетерпением ждут знакомства с первым учителем и одноклассниками. Родители с тревогой провожают взглядом своих малышей до дверей школы. Сложно было поступить. Но мы добились и очень рады, что попали в эту школу. Очень хочет учиться, очень хочет дружить с детками, и я думаю, у нее все получится. День ответственный не только для тех, кто впервые перешагнул школьный порог. Для Софьи Ковалевой первый звонок прозвенел год назад. За это время гимназия стала вторым домом, рассказывает девочка. И вернуться сюда хотелось как можно скорее. Очень хорошо здесь. Еще я люблю свою учительницу, она очень хорошая. И школа эта вся хорошая. Скажи, пожалуйста, ты ждала вот праздник 1 сентября? Да. Провожаю свою внучку, второй класс, но, несмотря на это, очень волнительный момент. Тем более я в свое время был деканом факультета начальных классов, работал доктором наук, профессором, заведующей кафедрой. Вот сегодня теперь такой волнительный день, праздник и для меня, и для детей. Поздравить ребят с Днем знаний в гимназию приехал глава Чувашии Олег Николаев. Мы вместе делаем все, чтобы в каждой школе детишки могли получать одинаковое качественное образование и могли реализовывать свой потенциал и найти интересное занятие для себя. Смогли двигаться по жизни и смело постигать те цели и задачи. Вы, конечно же, радовать своих родителей и радовать всех нас. Праздничная линейка для первоклассников прошла и в Чебоксарской школе номер 40. Впервые за парты там сели 150 ребят. Это 5 классов. Один из них кадетский. У меня сегодня тоже внучка идет в первый класс, и я радуюсь вместе с ней. Дорогие дети, хотел бы вам пожелать, чтобы вы были здоровы. Ну и хотел бы пожелать вам очень много знаний, потому что знания помогут вам в жизни. Вы тогда все сможете. А для того, чтобы много знать, что надо? Хорошо? Будете хорошо учиться? Молодцы! С праздником вас! Начали новый учебный год и студенты вузов республики. Подготовка и вступительные испытания позади. Пора окунуться в интересный учебный процесс, делятся первокурсники. Очень сильно хотел быстрее бы сюда попасть, потому что новые знакомства, новые личности, новые этапы жизни. Прям нравится мне это все. Всего в республике в этом году за парты сели более 146 тысяч школьников. В честь начала учебного года для них провели уроки мужества. Анна Давыдова, Святослав Петров, Вести Чувашия.